Я, по-моему, ничего особенного от игры не прошу. Я прошу всего лишь... дать мне один нормальный забег. По-моему, не так много. Иди хоть чай попей. Я пивнул немного, пока отходил. Че это ты вдруг обо мне беспокоиться начал? Это тот бесполезный боб, который пердит, по-моему, да? Нет, что-то другое. Я понял. Просто рок дает неуязвимость. Но ты надоел с этим языком, просто может так шансы на прохождение повысится. Злюка. Ты доел в последний раз? Перед тем, как начать стрим. Ой, я знаю, как мы сейчас лучше Айзека сделаем. Сейчас, если я сольюсь. Есть у меня одна идея. Делай перекус. Нечем обо мне перекусывать, надо готовить. Из перекусов у меня все одно. Макароны, гречка и хлеб. Почему их выгодно взрывать в этих комнатах? Надо запомнить. Угу, так можно делать. Ну, кстати, вот этот рок позволяет некоторые геймдизайнерские богоподобные решения избегать. Убьем. Внутри длинный Ларри. Стоп, а чё? А, он сам себя сожрал. Сейчас я пойду и потеряю все эти слезы по пути. Сердца.
слезы. Все, неинтересно вам меня жрать, да, когда я потратил? Это было сейчас плохо. А возможно и хорошо. It's Levio's. Levio's. А, понял. Stop. Спасибо, Элик. Миф Евро. Миф. Поддержал канал на 150 рублей и сообщает. Иди сходи в магаз и купи вкусняшку. Сейчас же. Мы тебя подождем. Нет, я бунтарь. Какие вкусняшки, вы о чем? Я прошел хаша за 10 часов? Хоть раз? Нет. Еще не заслужил вкусняшки. Слышу, бунтарь. Слышу, слышу. Внимательно слушаю. Больше не донайте в этом бунтарю. Эй. Слышите, бунт против бунда противозаконен. А, я бесплатно зашел и вышел. Теперь мне даже выгодно, если засада меня ждет на уровне. Если ты бунтарь не прекратить, а если стрим или вновь остальных за это же призываю вперед, ради сморки. Ты сейчас откисать в бане будешь, брат сморк. Длинный дизел, а перерыв был. Зачем? Зачем перерыв? Перерывы для слабаков. Я поддерживаю бунт брата Сморка. Ну все, опять Сморки захватили. Че, не будете рабами, да? Ладно, ладно, сделаю я небольшой перерыв. Пойду захаваю пару бутеров. Идет? Остановили бунт? Тем, что Дрина умирает, если долго не кушают. О, опять эта конченая комната. Как говорится, Дрина умирают, если их убить. Блин, я же слился. Ладно. Отойду и поставлю вам музыку. Надеюсь, она заработает. А, я даже знаю, что я поставлю. О, комната заморозилась. Вот ради этого я покупал этот арт. Он морозит комнату. Как было хорошо играть в Айзека, когда не надо было никуда спешить по времени. Хорошее было время. Когда этажей было мерзких меньше, тоже было хорошо.
Запей сладкий теплым чаем. Съешь их, этих мягких булочек, да? Да выпей чая. Люблю игры, где надо куда-то спешить. Ну, тут, грубо говоря, не надо спешить. Но тебя игра ставит в такие условия, что ты должен играть в спешке. Если ты хочешь получить определенный прогресс. Поэтому как-то так. А, это Instant Energy бесполезный. Спешка равно ошибке. Ну да. Но если не спешишь, ты проигрываешь. Новые трай и тильт. Что, местный магистр Йода по Айзеку? А тильт ведет к темной стороне, я угадал? Как же я обожаю эти часы. Можно еще вроде починенную версию получить, которая по твоему усмотрению замораживает. Тильт ведет к нестриму. Справедливо. А починенную версию сложно получить? Я ее пару раз видел. Но у меня денег всегда не хватало. Ну ладно. Это тоже душный босс. Как ты мог ее видеть? Но синие починенные часы — это разве не оно? Это-то синие разбитые часы, а там были синие починенные часы. То ли в нормальном режиме, то ли в гриде. Не скажу. А, то есть я видел что-то другое. Да не, не надо говорить. Я просто думал, что я видел этот предмет, но, видимо, я видел похожий просто. Эдрин, а как отличить починение часы от целых? Смотреть сломан ли циферблат. О, как повезло. Блин, это же по сути легальная версия Заваруды. Это же Жожа референс. Если его тоже починить. Те, что тикают, те починены. Те, что не тикают, те не починены. Довольно просто. А вот теперь душно. Блин, если мне дать удалять мобов из игры, то я их, видимо, всех удалю. Все мерзкие. More options. Ой, клево. Как же клево. А еще челика взорву, пожалуй.
А ну, понятно. Я бы игру удалил. Я и не сомневаюсь. Блин, а если часы прокнут на Хаша? Они, наверное, не могут на него прокнуть. Типа, это бы имба была. Какой шанс, наверное, 1-5. Надо было пробил прожимать, я прям чувствовал. Могут прокнуть. Он, по идее, в этой игре все может на все прокнуть. Но я просто не представляю, если они прокуют на Хаша, насколько это имба. Вроде по какому-то таймеру прокают. Пока ничего подбирать не буду. Лапка. Ладно, не было. Все, мы идем на сделки. Алтарь жертвоприношений. Ладно. Теперь мы уже безопасно не можем в комнату заходить. О, вот здесь-то как повезло. На этих душных масках. Это нереальное везение, что они сейчас были замедлены. Не зазевался на камеру, господи. А, вот теперь минус. Теперь минус этих часов. Это, кстати, частичное везение. Меня, кстати, предупреждали о том, что они иногда могут спешить. Вот это, видимо, был тот самый случай. Третий он был с нижней линии. Ну, вот прогресс. Третий он пошел. Старс поставим на следующее. Это меня должно было убить. Тут типа три ветки. Ну, я видел по твоему обзору, который ты скинул. Там есть ветки, ты выбираешь, куда идти. Заранее устраивая маршрут. А, или ты про какие-то навыки говоришь? Возможно, это что-то другое. Да, Айзек мне, конечно, нравится прям по-садистски. Айзек. Он очень сильно тормозим. Хорошо, могу не успеть. О! Мистер Гриди! Мистер Гриди, привет! Welcome aboard, Captain.
Это глобальный вид боссов. Типа, будь этим боссом, ты можешь выбрать дорогу. Все, ну не понял. О боже! Почему именно ты? А, ну ты замедлен, кстати. Мне кажется, это все равно от него не спасет. А, ну, ну да, Бримстоун-то бьет просто не по линии, он же бьет выше, чем должен. Но мне очень повезло сейчас, что он замедлен. Это нереальное везение. Пиночка. О, еще и сердце дало. Бесполезный боб. Магазин найти. А нету ли в игре артефакта, который позволяет сначала тратить красные сердца при ударах по тебе, а потом черные только и остальные? Просто это, по-моему, очень полезно бы было. Ну, не когда ты идешь на сделки, но позволяло бы экономить полезные сердца. Черное обидно просто терять. Батарейка. Готовку-то дни. Это вроде такой есть. Все-таки все, что уже было придумано, было сделано в Айзеке. Это как в Симпсонах. Только Айзек. Хелзап. Плохо. Могу сделать так. Новое везение. Только ногу не пропустить. Надо смотреть. Я вижу тебя. Тихо. Я смотрю. Смотрю за тем, чтобы она меня не раздавила, как обычно. Она очень много здоровья мне тратит тем, что дает мне. Наверное, моя тактика неправильная — стоять в центре просто и отстреливать в разные стороны. Вроде как я видел, что люди обычно шататься пытаются в разные стороны, чтобы просто их не прибило. Идеальный бой. О, Juicy Juice. Juicy Juice — это очень хорошо. Так, туалетная бумага. Всадников? Ну, давайте всадников. Всадники полезные довольно-таки. Всадников тоже мухи. Кстати, да, у всадников же тоже бывают мухи. Но теперь начался душнистский уровень. Невероятное душнилово. Он его просто сожрал. Война, уважаю тебя. Хаш прошел? Да, 10 раз уже прошел. Ты прям как раз вовремя. Если что, это был сарказм. В
Зря я, наверное, это делаю, я из-за этого нахаша просто не успею. О! На самом деле это первый индейцы, не такой бесполезный. Когда у тебя урон, конечно, есть. Ну, я не знаю, те люди, которые могут просто проходить пассивно вомб без урона, без всяких имп, они не люди. Я не могу поверить, чтобы кто-то мог пройти его без урона. Это же кошмар, это один из самых мерзких уровней. С одними из самых мерзких комнат. Хайрбрингеры очень полезные. Отсылка к клеткам. Я, значит, не лют. Ну, значит. Потому что я не верю, что можно пройти вом без урона. Без имп. Если у тебя не имба, которая крошит комнату моментально, то это невозможно. Я вот это не поверю. На лосте проходил. Окей. Эти дебилы, они же не передвигаются. Теперь у меня нет сердец. Да какая разница? Получаю проклятие, которое ускоряет меня вдвое, при этом у меня иконка персонажа меняется сначала из DLC. Вот этот прикольный босс, но он очень редкий. Еще он замедленный, поэтому он умирает. Появляется черниша на 50 плюс урона, пока не грохнут 30 врагов. Ну, дерзай, дерзай. Часы мне прямо спасают прохождение. Если часы смогут прокнуть на хаше, мы его, скорее всего, убьем. Часы не прокуют на хаше, мы проигрываем. Этот аппарат очень сильно занерфили. Он в реберзе был очень сильным.
Сейчас я еще кхашу не успею. Даже в курсе. Что у меня со слезами происходит? Часы прокнут на хашу, но это будет ускорение. Да, идеально. Вроде я на правильном направлении. Чего у меня с выстрела не стало? Тятка, короче, странно. О, нашел! На минута. И она начинается прямо сейчас. Да чё с выстрелами? Они почему закручиваются? Блин, Хейрбрингер очень полезный. Я могу успеть сходить. Я ничего не могу купить. Guess I will die. Не... В смысле? А, вон. Фу, я уж напугался. Из-за тринкета выстрелы. Я думал, он по-другому работает. Если я сейчас в этом наркоманском ране убью, то это будет просто невероятно. При том, учитывая, что у меня даже здоровья нет. О, вот это вроде какая-то поломанная штука. Конвертер. Что делает конвертер? Блин, я уже закрыл. Конвертер. Переводит два синих или черных сердца в один контейнер здоровья. Сначала тратит синие сердца. Понятно, бесполезно. Тебе надо одно целое сердце, так что ты его не сломаешь. Ставь на паузу и слушай меня, давай. Давай. Использовал только что один контейнер синий, я превратил в красный. Я, кажется, понял вашу задумку. Сейчас конвентер использовать, получить красное сердце. Потом использовать лапку Гапи, получить три синих. Потом опять использовать конвентер, опять получить. И потом опять Гапи, и опять контейнер, опять Гапи. Ты можешь так же с полконтейнера? Я не знаю, я не нажимал. Но это, скорее всего, нас убьет, мне кажется. Она же все равно никуда не денется. Может, сходить артефакты посмотреть? Может, там есть ХП? Пытаться на других вариантов нет. Я говорю, может, в ХП пойти посмотреть в комнате? Если в ХП в комнате нет, то... Точнее, если оно есть, то тогда этот способ пройдет. Если нет, то мы проиграем. Но вообще мне пишет, что занерфили этот предмет и... Что мне пишет? Два синих или черных сердца в один контейнер здоровья.
То есть за два синих одно красное. Ну, ну да, гапи все равно в приоритете. Не, ничего нет. Есть нокаут, но он бесполезный. Есть малыш. Ну, надо пытаться. Что сказать? Надо бороться. Так, гапи у меня не используется. Hell's up. Ребята, я... I see this as an absolute win. Так, давайте, профессионалы, что делать? Сначала конвентер, потом гапи. Сначала конвентер, потом гапи. Или сначала гапи, потом конвентер. Наверное, сначала гапи, потом конвентер. У нас сейчас есть шанс, помогите. Сначала гапи, окей. Гапи. Конвентер. Гапи. Конвентер. А он почему он одной живет? Погодите, а там описание что ли устарело? О, да, 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 да. Да, 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 да. Описание устарело. О, детка. Е-бэйби. Е-бэйби, мы живем. А я могу себе заспавить красных? И чтобы в бой с гапи взять. А я же могу все сделать, взять гапи и просто себе хп восстанавливать. Че здесь берем? Нокаут, чтобы отталкивать или малыша? Не, арты я еще не все взял. Малыша. Ну все, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. У нас появился шанс. Малыша будет хоть урон похаш. Так, это задонатить надо. Описание, кстати, не поменяли на том сайте, так что вы осторожнее с этим конвентом. Теперь одно живет, а не два. Это, знаете, это не Bullet Hell, это Bullying Hell теперь. Ох, боже. Я, знаете, я сидел и молился просто, что это окажется хп ап. Ну, full hell с хп ап, хоть что-нибудь из этого. Потому что не был уверен, что эта сборка работает. И нам очень повезло. Почему этот дамажит больше, чем большой хаш? Смотрите, как он отлетает. А-а-а, эта книга же прокнула. Он же в моего малыша сейчас по КД попадать будет. Да, он же в него по КД попадает. Так, надо запомнить, нам дается 3 сердца. Раз 3 сердца дается, как только я потеряю контейнер. Ну, несколько контейнеров сразу прожимаю. Да, это. Это просто вот этот малыш, это имба, я его специально взял, на, потому что будет хелл. Вот объясните, почему шикарный предыдущий ран обломался, а вот этот тупейший просто ран невозможнейший. Просто тупость космических масштабов. Он вышел. Он еще и медлится, кстати, хаш. Кстати, возможно, у хаша он, ну, не при входе медлится, а вообще пассивно просто с определенным количеством времени. Какой тупой ран, мне стыдно. Мне серьезно, ребят, мне стыдно. Это тупейший ран. Наверное, однажды в Айзеке мне должен был попасться какой-то тупейший ран. Вот он и попался, пожалуйста. Не все же нам игру ломать с вами. Ой, не, ой, нет, только не это. Я не знаю, как эти слезы избегать. Вот этот поток слез. Мне кажется, это чисто рандом, тут никакой тактики просто нет. Но после этого, да, заслуженный перерыв, как вы хотели. А, он в одну сторону пуляет ими. Тебе надо просто сзади уворачиваться. Охереть. Ну это что-то изи совсем. Даже без контейнеров хп. Ну и с контейнерами я себя просто увереннее чувствую, поэтому я его легче убиваю. А почему он мне больше урона наносит?
чел, ты, может, прекратишь? Ты же мне раньше по половинке снимал, что вдруг по полной-то начал. Этот ран войдет в аналы истории? В какие-то аналы он точно войдет. Сейф-споты есть в потоке, но их очень трудно найти. Но это изи, это самый легкий хаш, наверное, из... Это был хаш, наверное, проще, когда мы уничтожали его вообще на изи. Этот на втором месте, пожалуй, по простости. Он сам себя убивает. Все. Машина времени! Бандана, секретный выход. А, мы, кстати, еще же можем играть дальше. А я могу вернуться обратно? Да, я могу вернуться обратно. А может все сделать просто красными? Пошлите, еще кого-нибудь убьем. К ангелу, к дьяволу, куда хотите? Или концовку хаша? Она не имеет смысла, какая разница? Она же не имеет смысла. Я после перерыва требую клетки? Ну, возможно, возможно, Эрик. А я сегодня не планировал вообще клетки. Если найдешь еще злоумышленников, то, пожалуйста, я могу попробовать клетки. Поздравляю, ты открыл контент репитанса, но так я за этим и ранил эти 10 часов. Там делируем они Кайову в Кахаша. Давай собор. Давай собор. Не знаю, что за делириум. Пока разберемся с чем-то более обычным. Я обожаю вот этого малыша, который взрывает комнату при попадании по нему. Интересно, а в чем отличие белых мух от обычных? А почему он здесь спавнится? А. Возможно, в этом есть смысл. Хотя мне кажется, что он вряд ли святой Хорс... А, не, он святой Хорс. Он... у меня, кстати, его мини-версия. Она у меня в заложниках. А Айзек клон Enter the Gungeon? Или Enter the Gungeon клон Айзека? Там не концовка хаша? Плевать, я хочу повинный ран. Я не хочу сливать. Так что пойдем в собор. Угу. Это тупейший ран. Еще откуда-то и дамаг есть. Ну и просто у него хп мало. ЕТГ клон Айзека? А, клон Айзека Ли? Ну просто Bullet Hell, ну, тут есть bullet, элементы Bullet Hell в Айзеке, но такие же они, как в Enter the Gungeon, я не знаю. А, ну да, кстати, Enter the Gungeon-то вообще, в принципе, позже вышел. Айзек-то на самом деле довольно старая игра, если подумать. Кстати, разве не должно быть какой-то ачивки или достижения, что у тебя все сердца красные? Мне кажется, это бы имело смысл. Ну, кстати, вигвам индейца я недооценивал, который дает тебе пирсинг. Он, конечно, не мой любимый артефакт тут вообще ни разу, но пирсинг дэмэдж довольно полезный. А, это бластер. А, тебя можно уничтожить. Айзек не совсем про Bullet Hell. Нет, я понимаю, но вот этот вот хаш, это Bullet Hell. Я вот просто думаю, хаша украли из Enter the Gungeon? Или еще откуда-то украли? Или Enter the Gungeon украл концепцию Айзека с Bullet Hell'ом? Я так чисто из своих размышлений, побуждений. Блин, такая ачивка может есть, просто узнаешь об этом, возможно, по окончанию рана. Нет, она должна сразу даваться, типа, если ты получил. Так, сейчас 2 хп потеряю, но плевать. А. Очевидно.
Ты уже получил ачивку за много красного хп и открыл Мэгги. Нет, я просто думал, что может быть есть именно собрать все контейнеры синих сердец, все контейнеры черных сердец, все контейнеры красных сердец. И за это логично было бы давать какой-то, ну, какой-то предмет. Смотрите, как у меня, кстати, урон вырос. Он, когда я зашел в комнату, он у меня был что-то типа 5. По-моему, белые мухи медлят противников. Война, кстати, прикольно дамажит. Конечно, никто никуда не воровал, да и, насколько я знаю, хаш был раньше ведён в игру, чем выпустили ЕТГ. Нет, ну я не про прямое воровство, вдохновение или что-то. То, что Bullet Hell же имеет определенного прародителя, и самые популярные Bullet Hell — это вот хаш-режим вот этот. Потому что это лютый прям Bullet Hell, один из самых лютых, которых я видел за последнее время. И Enter the Gungeon — самый Bullet Hell-ный Bullet Hell из всех, которые есть на рынке, наверное. Хм. А если мы здесь напродаем? Нет смысла же. А, смысла здесь нет, продавать свое здоровье. Хелзап. Оставлю. Он что делает? Он взял кувшин и выкинул его. Ты зачем это сделал? Хулиган. Разбийник. Чё парень сделал? Ну, мы, кстати, люто просто бустим свой дамаг. Мне нравится уровень собора. Но я бы, конечно, предпочел, чтобы здесь играла музыка из Serious Sam. У меня, по-моему, даже урон уже не растет из того, что я вижу. Что делать? Вот неплохой игрок в соборе делает музыку. А я не могу взять, кстати. А, хп ап не помог. Кстати, за бандану мы открыли на Самсоне. Интересно было бы посмотреть. Нету секретки. Эти римские знаки нарисованы внизу. Поехали. А. Понял. Окей. Допустим. Мне нравится. Нет, это было очень удачное решение взять именно всадников. За один контейнер сердце получить столь мощного спутника. Лилит о нем только мечтать может. Я никогда музыкой не успеваю насладиться на этом боссе. Даже не успеваю прочувствовать, какая она у него. Изи.
при том, что у нас наркоманский билд. Блуди Ласт. А, кстати, а почему портал не появился? В прошлый раз вроде здесь портал появился. Это я не просмотрел, там не было портала. Какая-то короткая концовка. Уф. Мы потянули. Спустя чертовых 30 попыток мы это сделали. А портал вводит, спавнится шанс. Я думал, какие-то условия есть, ну ладно. Я, кстати, узнал одну интересную особенность. Если ты еще не открыл оно живое, у тебя только сердце, то ты все равно имеешь шанс попасть к дьяволу или к ангелу, если у тебя прокнула сделка. Там просто в сделке вход будет. Кстати, музыка стала еще хуже. Портал с определенным шансом появляется, но я думал, он стабильно появляется. Музыка, кстати, все хуже и хуже становится. Я думаю, это специально сделано по канонам Доки-Доки. Есть такой вот прием, который используют некоторые игроделы. Не особо часто. Это вот Доки-Доки, наверное, Undertale, вот эта игра. Когда музыка используется как повествовательный элемент, и она начинает, например, давить как-то на тебя, как, например, здесь. Наконец-то мы выбрались из этого ада. Нам не помогла ни Лилит, нам не помог ни Азазель, нам помог только Самсон. Самсон-мужик.